Весной 1637 года Донская земля гудела от конского топота. Гонцы объезжали станицу за станицей, созывая казаков на войсковой круг. В апреле у столицы казачьей вольницы Черкасского городка собралось многотысячное воинство. Первыми к казакам обратились старейшины. Седые, закаленные в сражениях бойцы, говорили о доблести, напоминали молодежи о подвигах отцов и дедов. Казаки внимательно слушали эти речи. Они понимали, что собрали их неспроста. Готовится новое большое дело. И вот прозвучало слово, которое заставило учащенно биться казачьи сердца. Азов. Вот уже много лет от турецкой крепости Азов исходила угроза и южным русским городам, и казачьим станицам, и самому образу жизни донского казачества. «Город сей надо у турок отобрать», — убеждали старые казаки. В ответ слышались крики одобрения. Казачий круг постановил захватить турецкую крепость и утвердить в Азове православную веру. Тотчас был выбран походный атаман. Кандидатура Михаила Татаринова, воина храброго и опытного, возражений не встретила. Татаринов Михаил Иванович. Атаман войска Донского в 1637-38 годах. О его прошлом, а также о годах жизни ничего не известно. Прозвище «Татаринов» вероятно указывает на то, что он либо происходил из татар, либо находился когда-то в татарском плену. Вот уже 24 года в Москве правил первый царь династии Романовых Михаил Федорович. К этому времени донское казачество заселяло обширные земли, включая современные Ростовскую и Волгоградскую области, а также часть сегодняшнего Донбасса. Иначе донских казаков именовали вольными людьми. Они хотя и присягали московскому государю, но впрямую ему не подчинялись. И больше всего гордились своей независимостью. Жили казаки военными поселениями, станицами. Казацкие сообщества формировались на окраинах русского государства и Речи Посполитой, преимущественно на берегах рек, где проходили торговые пути. К годам правления Ивана Грозного некоторые группы выросли в крупные воинские формирования. Наиболее известными из них стали казаки запорожские, донские, яицкие и многие другие. Основной род занятий – военные походы и грабежи соседних народов. Порой служили за жалование различным государствам, а иногда и попросту разбойничали. Со временем казачьи сообщества были либо ликвидированы, либо влились в состав государственных вооруженных сил. Донское казачье войско стало самым многочисленным в Российской империи. На 1913 год его численность составляла 1 525 000 человек. Высшим органом самоуправления был круг – общее собрание мужчин-воинов. Свой круг существовал в каждой станице. На нем выбирали местных атаманов, делили добычу, принимали в казаки, вершили правосудие. А самые важные дела обсуждал войсковой круг, на который съезжались представители всего донского казачества. Обычаи не возбраняли жителям Вольного Дона охотиться, ловить рыбу, разводить скот.
До середины 17 века строгий запрет был наложен лишь на одно занятие – землепашество. Нарушителю грозила смертная казнь. Казаком мог быть только воин, но не крестьянин. На казацкой территории землю обрабатывали только крестьяне, которые казаками не считались. Казаки жили на границе России с Османской империей и Крымским ханством. Вся их жизнь была наполнена войной, обороной и набегами на врага. Свои военные кампании против турок, татар или персов казаки шутливо называли «походом за зипунами» по названию верхней одежды. В этих походах казачья храбрость соседствовала с грабежом. Казачьих набегов боялись и воинственные крымские татары, и нагайцы, населявшие Нижнее Поволжье и Северный Кавказ. Хотя степняки и сами промышляли набегами и грабежами. Когда казаки поселились на берегу Днепра, точно неизвестно. Однако еще в эпоху Ивана Грозного в Москву поступали жалобы от кочевников, что казаки не дают им покоя. Русский царь открещивался от казаков. Отвечал, что они люди беглые, а потому Москва над ними власти не имеет. Это была чистая правда. На Дон с разных концов русского государства стекались те, кто искал вольной жизни. В XVI веке, когда воинские таланты казаков оценили и в Москве, их стали брать на службу. При Иване Грозном донская вольница вместе с царским войском штурмовала Казань и участвовала в Ливонской войне. Заметную роль казачество сыграло и во время смуты. В начале 17 века казаки сражались и в отрядах самозванцев, и в ополчении Минина и Пожарского, которое освободило Москву. Атаман Татаринов хорошо знал свое войско. Казаки, даже возвращаясь с государевой службы, снова отправлялись за зипунами. Московский царь Михаил Федорович недавно закончил тяжелую войну с Польшей. Казна была разорена. Пришлось заключить мир и с прочими врагами. И с Турцией, и с ее вассалом Крымским ханством. Но все понимали, что мир этот временный. Постоянные татарские набеги на русские земли рано или поздно приведут к большой войне. А потому, когда в Москве узнали о походе, который задумали казаки, то мешать им не стали. Атаману даже дали понять, что помогут ему и провиантом, и оружием. Но государево войско царь решил не посылать, чтобы не ввязаться в войну, к которой государство готово не было. Но казаков это не остановило. Они уже решились совершить один из самых дерзких своих походов. И шли они не просто за добычей. В этот раз степная казачья вольница нацелилась на грозную турецкую твердыню, неприступную крепость Азов. Таких походов против турок казаки еще не совершали. В начале 17 века Османская империя занимала огромные территории сразу на трех континентах – в Европе, Азии и Африке. Алжир, Тунис, Египет, Сирия, Ирак, Йемен, Греция, Сербия, Болгария – все эти страны подчинялись султану. Турецкие воины доходили до кавказских хребтов и Астрахани. Своим властелином признавал султана и крымский хан. А потому в Северном Причерноморье при поддержке крымских татар турки начали возводить мощные крепости. Но казаки не раз бросали вызов Османской империи. Запорожцы совершали набеги на земли Крымского ханства и даже добирались по морю до самой Турции. Они нападали на портовые города и военные укрепления, захватывали корабли и оружие. В 1624 году к
казачьи суда подошли даже к стенам турецкой столицы. Султану пришлось срочно собирать мощную флотилию. Казаки ушли, но успели ограбить окрестности города. Донским казакам было сложнее участвовать в морских походах. Путь к морю им прикрывала стоящая на Дону турецкая крепость Азов. Азов стоял на месте старого золотоордынского поселения Азак. В 1475 году крепость захватили османские войска и начали ее перестраивать. Здесь расположился турецкий гарнизон. Несколько тысяч солдат с сотней пушек держали под контролем Дон и прилегающие к нему степи. А сам Азов стал центром работорговли. Турки и их союзники, крымские татары, свозили сюда русских пленников и продавали их восточным купцам. Казаки и раньше совершали молниеносные атаки на Азов и его предместья. Иногда они были успешными, и тогда турки платили дань солью и рыболовными снастями. Однако затем в отместку турецкие отряды разоряли казачьи станицы. Донцы отвечали новыми набегами. Однажды им удалось даже ворваться в крепость. Но солдаты гарнизона вытеснили казаков за городские пределы. С тех пор прошло 12 лет. И вот весной 1637 года донское войско было готово выступать в новый поход. На этот раз не допускалось даже мысли об отступлении. Казаки решили изгнать турок за море и превратить центр работорговли в свой оплот на берегах Дона. В турецкой крепости направились разведчики. В те же дни на Дону появились большие отряды запорожцев. Они держали путь в Персию, где собирались наняться на службу к шаху, также врагу Османской империи. Татаринов рассказал гостям о планах завоевания Азова, и многие из запорожских казаков согласились вступить в бой. Объединенное казачье воинство насчитывало около 4500 человек. Отметив светлый праздник Пасхи, 21 апреля 1637 года казаки двинулись в путь. 4 конных казачьих отряда подошли к крепости по суше и окружили Азов со всех сторон. 5-й отряд на кораблях перекрыл устье Дона на случай, если турецкий флот придет выручать осажденных. Вид многотысячной армии, которая расположилась вокруг города, поначалу встревожил турок, но паника была недолгой. Защитники крепости заметили, что казаки располагают всего 4 небольшими пушками – фальконетами. Фальконет. От итальянского слова «фальконетто» – «маленький сокол». Малокалиберные пушки, стрелявшие свинцовыми ядрами. Имели диаметр канала ствола от 45 до 65 миллиметров. Казаки не могли брать в свои походы большие орудия, предпочитая фальконеты. Запорожцы устанавливали их на своих полевых укреплениях, сделанных из повозок. Фальконеты использовались и на казачьих кораблях, чайках и стругах. Но эти орудия были малопригодны при осаде крепостей. Осаждать Азов без мощных артиллерийских орудий могли только безумцы. Но казаки рассудили по-своему. Они начали копать траншеи, все ближе подводя их к крепости. Турки в голос смеялись над казаками и покрывали их бранью. Долгая осада не пугала турецких солдат. В крепости имелся запас продовольствия, которого хватило бы на год. А донцы, окружив вражеские укрепления траншеями, пошли на штурм. Со стен на казаков летели пули, лились кипяток и расплавленное олово. В ход шел даже обычный песок. Турки сыпали его в глаза казакам, ослепляя их.
атака была отбита. Атаман Татаринов решил, что больше не будет губить людей в бесплодных приступах, и избрал новую тактику. Его люди начали рыть подкоп под стену. Турецкие воины продолжали потешаться над смельчаками. Они обещали, что скоро вокруг Азова будет выстроена еще одна стена и возведут ее из казачьих голов. Защитники города даже не догадывались, какая судьба ожидает их самих. 18 июня 1637 года подкоп был готов. Казаки заложили под стену бочки с порохом и приготовились к штурму. Накануне они постились, читали молитвы и исповедовались. По старому обычаю перед боем товарищи прощались друг с другом. Утром прогремел мощный взрыв, и часть крепостной стены рухнула. Первым в пролом ринулся сам атаман, за ним остальные. Целый день в Азове гремели выстрелы и звенели клинки. К вечеру город был взят. Казаки освободили 2000 русских пленников. Мусульмане, не успевшие покинуть крепость, нашли здесь свою смерть. Лишь несколько десятков турецких солдат укрепились в башнях, отбивая атаки. 3 дня они сражались в окружении. Казаки по достоинству оценили мужество врага. Атаман предложил им сдаться, пообещав свободу. Турецкий отряд был отпущен на волю. После взятия Азова в руки казаков попали документы, разоблачившие шпиона. Как выяснилось, турецкий посол Фома Кантакузен предупредил гарнизон крепости о готовящемся походе. Кантакузен направлялся в Москву с дипломатической миссией. Он остановился в казачьей столице, Черкасском городке, как раз в те дни, когда подготовка к казачьему наступлению была в самом разгаре. Поняв планы атамана, дипломат разослал по ближайшим турецким заставам письменные предупреждения о грозящей опасности. Фома Кантакузен. Грек по национальности. Будучи подданным султана Османской империи, неоднократно выполнял его дипломатические поручения в Москве и в Крымском ханстве. Получив письменные подтверждения шпионской деятельности Кантакузена, Татаринов отправил весть в Черкасский городок. Шпион еще не успел покинуть станицу и был схвачен казаками. Воинский круг обвинил дипломата в шпионаже. И Кантакузена казнили на месте. Донцы отправили в Москву письмо, где сообщали о взятии Азова и о расправе над Кантакузеном, который, по их словам, оказался не послом, а лазутчиком. В столице эти известия вызвали тревогу. К захвату турецкой крепости там были готовы, но вот еще и убийство посланника султана могло привести к войне с Османской империей. К ней Москва была не готова. Царь Михаил Федорович приказал письменно заверить султана в том, что русское государство не несет ответственности ни за взятие Азова, ни за казнь Кантакузена. Мурат IV поверил царскому посланию. В Москве вздохнули с облегчением. Войны с Турцией удалось избежать. Но в то же время на Дон по распоряжению государя было отправлено значительное количество боеприпасов. Казаки закрепились в Азове. Между тем атаман Татаринов с тревогой наблюдал за состоянием своего войска. Часть укрепления Азова была разрушена во время штурма. Сам город разграблен, торговля замерла. Сами казаки отмечали свой успех бесконечными пирушками. Воинская дисциплина резко упала. Вскоре взбунтовались запорожцы. Их атаман Петро Матьяш требовал, чтобы запорожскому воинству выделили в Азове отдельный квартал и предоставили полную независимость. Ответ казачьего круга был скор. Матьяша приговорили к смерти и забили палками. Запорожцы присмирели. Они взяли полагавшуюся им часть трофеев и вернулись на Днепр.
Приближалась зима. Татаринов понимал, что весной враг попытается вернуть крепость, и ему пришлось применить всю свою власть, чтобы образумить казачью вольницу. Донцы привели в порядок укрепления, расставили пушки на стенах и башнях. Со стороны степи Азов охраняла конная стража из 400 всадников. В самом городе кипела работа. Восстановили собор Иоанна Предтечи, построили новую церковь во славу Николая Угодника. Азов объявили христианским вольным городом. Сюда потянулись купцы из России, Турции и Персии. За стенами крепости снова потекла бойкая торговля. В апреле 1638 года к Татаринову прибыл посол крымского хана и потребовал возвратить город османскому султану. Но казачий атаман не только не принял ультиматума, но и пригрозил отправить свое войско в поход по Азовскому морю. Казаки поддержали атамана. Посол уехал ни с чем, а Татаринов приказал готовить струги и повел войско к морю. Струги. Плоскодонные суда длиной около 20 метров, шириной от 4 до 10 метров. Струги имели одну съемную мачту и могли ходить как под парусом, так и на веслах. На них часто устанавливались легкие пушки. Команда состояла из 20-60 человек и сама по себе не представляла серьезной военной силы. Но когда собиралась целая флотилия таких кораблей, они становились значительной угрозой противнику. В морской поход ушли 75 стругов. Едва они пристали к южному крымскому берегу, навстречу вышли русские пленные, которые уже много лет находились в татарской неволе. От них донцы узнали, что крымский хан Багадыр Гирей готовится идти на Азов, а по Черному морю в Крым прибыли турецкие галеры. Галера – тип боевого парусно-гребного корабля, известен со времен древнейших цивилизаций – Египта, Финикии, Греции. Галеры являлись основой турецкого флота и представляли собой грозную силу. Они значительно превосходили казацкие струги размерами, парусным вооружением, количеством весел и артиллерии. В качестве гребцов на галерах чаще всего использовались рабы, в том числе и попавшие в плен русские. Не теряя времени, струги возвратились к Азову, чтобы предупредить своих. Крепости подняли тревогу. Все съестные припасы взяли под замок и решили экономить, чтобы продержаться как можно дольше. По донским станицам разъехались гонцы с призывами о помощи. Но прошел май, затем июнь, а турки с татарами все не появлялись. Азовцы решили, что опасность миновала. В июле 1638 года они снарядили новый отряд из 40 стругов и 2000 казаков и снова вышли в море. В крепости долго ждали вестей из похода, но из всей флотилии в Азов возвратился один единственный струг, а на нем горстка уцелевших казаков. Они рассказали о том, что случилось. Донцы столкнулись с турками в море. Они отбили нападение и направились к устью реки Кубань, чтобы напасть на Тамань, город, который входил во владение крымского хана. Но тут казачья флотилия попала в ловушку. С моря донцов заблокировали турецкие галеры, а на суше их уже ждали татарские воины. Из капкана вырвалось только 1000 человек. Весь флот погиб. Защитники Азова с горечью выслушивали эти известия. В храме Николы Угодника зажигались свечи в память о погибших казаках, и крепость вновь готовилась встретить неприятеля. В станице направили просьбу прислать подкрепление. История умалчивает о судьбе атамана Татаринова. Погиб ли он во время второго морского похода, неизвестно.
Но после разгрома казаков под Таманью азовскую оборону возглавил новый войсковой атаман Тимофей Яковлев по прозвищу «Лебяжья шея». Вскоре у стен Азова появились татары, а в море замаячили османские корабли. Однако на штурм воины крымского хана так и не решились. Отступил и турецкий флот. Азов вернулся к мирной жизни. Но ненадолго. Заканчивался 1638 год. В это время турецкий султан Мурад IV захватил Багдад и закончил войну с Персией. Мурад IV – султан Османской империи. В годы Азовского похода ему исполнилось 26 лет, из которых 15 провел на престоле. Славился жестокостью, за что носил прозвище «Мурад Кровавый». Чтобы получить трон, казнил всех своих братьев, кроме одного, слабоумного Ибрагима. Лично возглавлял армию, чего давно не делали властители Османской империи. Ни одна из сторон жизни страны не оставалась без внимания Мурада. Однажды он приказал закрыть по всей империи кофейни и запретил курить табак. Считалось, что курильщики неосторожным обращением с огнем вызывают пожары. Ночью султан переодевался в простолюдина и бродил по улицам Константинополя. Если где-то находились любители табака, несчастных ждала смерть. Можно было не сомневаться, если султан двинется на Азов, то не ограничится взятием крепости, а пройдется огнем и мечом по донским станицам. Но Мурад Кровавый не спешил, празднуя победу над Персией. Азов получил передышку. Однако в Стамбуле о крепости не забыли. В окрестностях Азова то и дело мелькали турецкие шпионы. Казакам сообщали, что мощное османское войско уже готовится к походу. Донцы отправили посольство в Москву с просьбой помочь деньгами и боеприпасами. Царь и Боярская дума по-прежнему опасались оказывать обитателям Вольного Дона официальную поддержку. Но захват Азова был выгоден и Москве. Пока казаки сидели в крепости, крымские татары не решались идти в поход на Русь. На беззащитный Крым могли обрушиться донцы и подвергнуть его опустошению. Казакам выдали 6 тысяч рублей, гигантскую по тем временам сумму. Для ее доставки на Дон понадобилось полтора десятка стругов. Когда посольство вернулось в Азов, атаманы решили прежде всего укрепить стены крепости, чтобы достойно встретить султанское войско. Донцы еще не знали, что в феврале 1640 года Мурад IV умер. Место на троне предстояло занять Ибрагиму, единственному из выживших братьев. Поскольку Ибрагим был психически нездоров, у руля империи фактически встал великий визирь Мустафа Паша. Кеманкеш Кара Мустафа Паша родился в Албании. Начал свою карьеру как офицер янычарского корпуса. В 43 года стал командующим турецким флотом, а еще через 3 года – великим визирем, то есть главным министром султана. Как военачальник и политик, Мустафа Паша считал возвращение Азовской крепости первой очередной задачей. В Азове шли ремонтные работы. Все полученные от царя деньги ушли на укрепление крепостных стен. В новом письме Михаилу Федоровичу казаки заявляли, что хотят преподнести захваченную крепость в дар царскому сыну Алексею Михайловичу, которому в то время шел 12-й год. Русского царя призывали напрямую вмешаться в войну с Османской империей. Но именно этого Москва пыталась избежать всеми силами. В переговорах прошла осень 1640 года. Донцам была обещана помощь, но только деньгами и хлебом. Вопрос присоединения Азова к России царские дипломаты обходили стороной. А в январе 1641 года нагрянул крымский хан. 5 дней шли бои с крымцами. Враг был отбит. Весной татары явились вновь. На этот раз их было немного.
Посланцы хана стали уговаривать казаков уйти из города по-хорошему. Тем, кто проявит благоразумие, обещали деньги. Защитники крепости ответили: «Если крымскому и турецкому царям Азов город надобен, ну вы его так же доставайте, как и мы, своими головами и своей кровью». Казаки поняли, что защищать крепость им предстоит только своими силами. Руководить обороной должен человек с непререкаемым авторитетом. Казачий круг избрал нового атамана – Наума Васильева по прозвищу Шелудяк, а в помощь ему второго атамана – Осипа Петрова. По приказу Васильева казаки выкопали перед крепостью ров шириной 8 метров и 4 метра в глубину. Для прочности его выложили камнем. К Азову подошли новые казачьи отряды. Теперь их в крепости было от 5 до 7 тысяч, не считая женщин и детей. В июне 1641 года огромное турецкое войско полководца Гусейн-паши подошло к Азову. Казаки не могли сосчитать, сколь значительный неприятель им противостоял. Они известили Москву, что у Азова стоят 256 тысяч вражеских бойцов. Но это было явно преувеличенное число. Так или иначе, противник многократно превосходил казаков по силе. Под крепостными стенами собрались едва ли не все народы, подвластные султану. Турки, татары, арабы, греки, сербы, венгры. Войско Гусейн-паши располагало сотни стенобитных пушек, которые стреляли ядрами весом до 16 килограммов. Имперский флот из нескольких десятков галер и других судов перегородил выход к морю. А самое главное, у османов была закаленная в боях пехота – янычары. Несколько столетий они наводили ужас на все окрестные страны. Только недавно эти воины взяли неприступный Багдад и теперь готовились к новому триумфу. В состав османской армии вошло и несколько полков немецких наемников и военные инженеры из европейских государств. Гусейн-паша не торопился начать боевые действия. Он надеялся, что защитники Азова испугаются мощи его армии, и отправил к ним переговорщиков. Те убеждали донцов сдать город, обещая им службу в войске султана и щедрую награду. Донцы только посмеялись над этими предложениями. Парламентеров они обозвали собаками, самого султана – свиньей, а напоследок заявили, что если и согласятся приехать в Царьград, как на Руси именовали Константинополь, то исключительно в качестве завоевателей. Переговорщики ушли ни с чем. А ночью казаки во главе с Наумом Васильевым устроили вылазку во вражеский лагерь. Большого урона туркам этот бой не принес, зато в крепость смогло прорваться подкрепление. После казачьей вылазки прошло несколько дней. Атаман Васильев наблюдал, как турки роют траншеи, стараясь подвести их как можно ближе к Азову. 4 года назад точно так же действовали сами донцы. Турки планировали собрать под стенами ударный кулак пехоты и бросить ее на штурм. В траншеях они были недоступны для казачьей артиллерии. Наум Васильев распорядился прорыть собственные подземные ходы, которые соединили бы осажденный Азов со вражескими позициями. Атаман готовился к подземной войне, но ждал, когда враг сделает первый ход. 25 июня утреннюю тишину прорезал дикий вопль тысяч голосов. Подали сигнал полковые трубы, ударили барабаны. И на крепость обрушился поток ядер и пуль. Янычары пошли в атаку. Атаманы подпустили врага ближе и подали знак пушкарям. Дарили ответные залпы. Неприятельские полки откатились. Под стенами крепости остались лежать тела погибших.
Через пару часов Гусейн-паша прислал новых переговорщиков. Они просили забрать тела и в обмен предлагали деньги. Наум Васильев сначала не поверил своим ушам, а когда убедился, что не ослышался, заявил: «Не продаем мы никогда трупов вражеских. Дорога нам слава вечная». Туркам позволили похоронить своих бойцов, а казаки праздновали победу. Неудачный приступ показал туркам, что быстро взять крепость не удастся. Турецкая артиллерия продолжала обстреливать азовские укрепления, а Гусейн-паша приказал насыпать напротив крепости земляной вал вровень со стенами и установить на нем пушки. Это открывало выгодную позицию, с которой можно было бы сравнять с землей все защитные сооружения крепости. 3 года назад турки именно так взяли Багдад. Казаки следили, как рядом с Азовом вырастает рукотворная гора. Когда вал был готов и турки начали затаскивать на него бочки с порохом, защитники крепости совершили вылазку. Янычары бежали, а их знамена и весь порох достались казакам. Азовцы устроили подкоп и подложили под расположение неприятеля мину из трофейных боеприпасов. Сильнейший взрыв унес жизни тысячи янычар. Гусейн-паша пришел в бешенство. Он обрушил на крепость все силы своей артиллерии. Целую неделю турецкие орудия не замолкали ни на минуту, расходуя в день до 1000 снарядов. Были разбиты жилые дома, церковь Иоанна Предтечи и 8 крепостных башен из 11. Серьезно пострадали стены. Чтобы спастись от пушечных ядер, казакам пришлось рыть землянки прямо в городе. Турки пошли в атаку и взяли предместье Азова. Но радость победителей была недолгой. Повсюду стали раздаваться взрывы. Это казаки пустили в ход мины, заложенные на случай вражеского штурма. Ярость Гусейн-паши сменилась отчаянием. Он попытался снова договориться с донцами. Сначала его посланцы предложили им покинуть крепость вместе с женами и детьми. Казаки отказались. Тогда их еще раз попробовали подкупить. Защитники крепости отвечали: «Недорого нам ваше собачье золото и серебро. В Азове и на Дону у нас и своего много. Нам, молодцам, нужно и дорого, чтобы была о нас слава вечная по всему свету, что не страшны нам ваши паши и силы турецкие». Пока шли переговоры, продолжалась минная война. Турки с помощью иностранных инженеров рыли подкопы. Казаки навстречу им тянули свои контрподкопы. Знаменитый путешественник Эвлия Челеби, который находился в рядах турецкой армии, позже напишет, что в искусстве рыть подкопы азовцы превзошли даже земляных мышей. А пока и сам Эвлия Челеби, и все османские воины находились в чудовищном напряжении. По ночам казаки выбирались из подземных ходов, атаковали врага и вновь возвращались в Азов. Прошло уже 2 месяца с начала осады. А бесчетное воинство султана не могло справиться с горстью казаков. Гусейн-паше пришлось просить подкреплений в Константинополе. К Азову прибыли свежие силы неприятеля. Судьба крепости должна была вот-вот решиться. Сентябрьским утром, как писал Эвлия Челеби, показалось, что небо треснуло пополам. Вся турецкая артиллерия ударила по Азову, а затем в атаку пошла пехота. И вновь казаки отбили неприятельский приступ. Последовал новый штурм, за ним 3-й, 4-й. Гусейн-паша посылал в атаку все новых солдат. Даже по ночам янычары пытались по веревкам взобраться на стены. Начались рукопашные схватки. В ход пошли ножи. Турки продолжали идти на приступ. Наум Васильев был тяжело ранен. Командование принял Осип Петров. Но взять полуразрушенный Азов враг так и не смог. Казаки не спали уже несколько суток. Некоторые рассказывали о том, что им явилось видение, источающее неземной свет женщина, которая прямо в воздухе стоит посреди Азова, словно оберегает его. А Науму Васильеву привиделся длинноволосый старик в светлых ризах. Тот строго смотрел с крепостной стены на басурманские полки,
В наступившем затишье казакам оставалось лишь одно – молиться. Крепость должна была пасть со дня на день. Но подступали холода, а казаки не сдавались. В обозе османской армии заканчивалось продовольствие. Зимой в степи голодающему войску грозила смерть. Гусейн-паша написал в Константинополь, предлагая отвести армию и вернуться к городу весной. Ответ султана был краток. «Паша, возьми Азов или отдай голову». И все же командующий приказал готовиться к отступлению. Сохранив войска, он еще мог спасти жизнь. Расчет оказался верным. Командующего пощадили. Накануне 1 октября, праздника Покрова Пресвятой Богородицы, казаки вышли из крепости. Стояла мертвая тишина. Позиции противника были пусты. Османская армия ушла из-под Азова. Донцы удержали крепость. Но смогут ли они отстоять ее весной, когда султан пришлет новое войско? Атаман Осип Петров снова отправил в Москву посольство с просьбой взять крепость под свою опеку, прислать воеводу и регулярную армию. Он надеялся, что если государь узнает, сколько сил стоило удержание Азова, то пришлет войска казакам на подмогу. В Москве казаков приняли радушно. Царь выслушал рассказ о героической обороне Азова и велел наградить донцов. Но медлил с ответом. Деньги не спасали бы положение. Надо было посылать в Азов русские войска и восстанавливать крепость. Иными словами, начинать войну с Турцией. Но на Западе все еще висела угроза со стороны Польши, Литвы и Швеции. Воевать на два, а то и три фронта страна не смогла бы. 3 января 1642 года в Москве состоялся Земский собор. Представителям различных сословий, избранных от главных русских городов, предстояло определить судьбу Азова. После бурных споров большинством голосов было вынесено постановление: Азов оставить, казакам вернуться в свои станицы. Донцам оставалось лишь покориться. Летом к устью Дона снова прибыла османская армия. Азов не подавал признаков жизни. Несколько суток турки стояли у развалин, опасаясь, что казаки приготовили им ловушку. И только на четвертый день неприятельские войска вошли в город. Крепость была пуста. Казаки вывезли запасы продовольствия, артиллерию и снаряды, после чего взорвали уцелевшие стены и башни. Османам остались сплошные руины. Пройдут годы, и восстановленную турками крепость будет штурмовать внук Михаила Федоровича, русский царь Петр I. Но через 15 лет и ему придется оставить город. Лишь в 1737 году при царице Анне Иоанновне русские войска генерала Ласси возьмут Азов, и он навсегда войдет в состав российского государства. До сегодняшнего дня возле колокольни войскового Воскресенского собора станицы Старочеркасской хранятся трофеи Азовского похода. Створки ворот крепости, две калитки до коромысла городских торговых весов. Эта нехитрая военная добыча стала первой в той череде войн, которая закончится полным освобождением азовских и причерноморских земель от турецкого господства. В состав России войдут и Крым, и Тамань, и Северный Кавказ. А начали эту борьбу 7000 донских казаков, бросивших вызов всей Османской империи.